Уже скоро новые надо листья грести будет. Видел, какая гора была? Я видел. Погода, я дышала. Одуреть можно. Я думал, кто его когда-нибудь уберет, а его никто не убирал. Фотографировали кучу, когда я выгребла всю на кучу. Вот здесь, это же я все убираю. Просто Пашка мне носит знакомый. Женщина сфотографировала, в общем, кучу эту все. Сфотографировала Кличка, что это его, это все спорт туда-сюда. Везде во все инстанции звонят. Видите? Ну, это не буду. Просто я здесь почему-то на балконе. Ну да. Все мне я видел, боль. Я знаю. Я ж хожу сюда постоянно, я вижу. Так я решила... А чего ж оно бесхозное вот это? Не, никому не крутится. Уже вы и это председатель, и жилок наш. Вот посмотри, видишь, завтра пойдут вроде косилкой. В общем, говорю, так скосите тут. Нет, это не наше. Вот. Ага. Вот там амброзия, дети, ой, дурдом, никто не хочет. Короче, бесхозная. Да. И слышите? Они смеются. Так землю продавать, так везде хозяева есть. А так подметать, так нет. Не, без совести. Ой, кино, никто не хочет. Да. Я думал, что оно все-таки долежит до следующей осени. Нет. А оно не долежало. Ну, да.